Приветствую вас на моем канале, с вами Лилия Донскова, и сегодня я вам хочу рассказать о своих впечатлениях о новинке, которую выпустила компания Oriflame — парфюмерная вода Infinita. Вот в такой упаковке приходит аромат, он очень красиво выглядит, такая стильная фигурка у флакончика, все это под в тон розового золота, колпачок в пупырышках, ну в принципе очень, конечно, красиво и впечатляет. Сразу скажу, что когда я попробовала аромат из пробника, он мне не очень понравился, но сразу, когда я ощутила его из оригинала, я была удивлена, как это так, мне в пробнике он совсем не понравился, а в оригинале он по-другому звучит. Итак, что я услышала сразу первое, когда я вот только вот распылила вот это облако, я сразу почувствовала вот этот аромат мандарина, и у меня такие ассоциации вот с праздником, с Новым годом, с торжеством, вот знаете, с энергией. Про аромат могу сказать, что он романтичный, но не такой романтичный, например, как Экла Амур, такой вот он, ну, бледненький, да, вот этот яркий, я бы сказала, что это такой аромат, который живет, вот из него вот прям кипит жизнь, такие у меня возникают образы, какая-то вот жара, такая страсть, любовь, соблазн, вот у меня все такое. В середине нота яркая жасмина, а я люблю ноты жасмина, но когда это не голый жасмин, а вот он сдобрен нотками фруктов и древесными нотками, а завершает этот аромат нота яркая амбра и ваниль. И вы чувствуете, да, вот этот накал страстей, это вкусно, понимаете, это вкусно, это сладко, но не так сладко, что вот тошнит от сладости, нет, это просто кайфовый аромат. Когда я его вот распробовала, я подхожу к Мише, он такой: как у тебя вкусно пахнет. И знаете, это вот яркий показатель, когда ваш мужчина обращает внимание и ходит за вами и пускает слюни, это классно. Я считаю, что этот аромат займет достойное место не на полочке, а достойное место в нашей жизни, потому что главное не купить аромат, а кайфовать от него, наносить и жить ярче, потому что вот есть ароматы, которые помогают нашу жизнь сделать ярче, то есть украсить ее, добавить этот драйва, ярких ноток, и именно так и должно быть. Поэтому я вам рекомендую попробовать этот аромат из оригинала. Надеюсь, что он вам тоже понравится. Могу сказать, что аромат яркий не просто по его вкусу, а яркий, и его не надо много, буквально один пшик или два, то есть желательно войти в облако аромата, то есть мы так делаем, мы его распыляем и идем в него, желательно это сделать сразу после душа, когда тело: ой, какие нотки, не могу, мне прям сразу слюнки потекли. После душа, пока вот тело еще теплое, такое горячее и влажное, и войти в это облако, вот покружиться, чтобы вот аромат весь распределился по вашему телу, вот это будет самый кайф просто. Девочки и мальчики, пишите свои отзывы в комментариях об этом аромате, произвел ли он на вас тоже такое приятное, вкусное, сладкое впечатление, как на меня. А я вам желаю яркой, страстной жизни, не страшной, а страстной, чтобы она была полная любви и приятных событий. С вами была Лилия Донскова и Infinita. До новых встреч!